Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их биографией. Чарльз Уин Николас. Ирландский художник, автор жанровых исторических сюжетов и ориенталистских сцен. Родился 20 октября 1831 года в Дублине в семье среднего класса. Его отец был аптекарем. Николас изучал искусство в школах Королевского Дублинского общества и Королевской Хибернианской академии. Я зачитываю переводную Википедию. Начал выставляться в 1859 году как член Королевской академии Хибернианы. Он регулярно выставлялся и в Королевской академии. Уехал из Ирландии в Лондон в 1864 году, но продолжал выставляться в Дублине, этой Ирландии, до конца своей жизни. Представитель жанра викторианской живописи, портретов и городских пейзажей, он был очень способным художником. Его жанровые и восточные сцены были очень популярны и нашли готовый рынок среди коллекционеров викторианского искусства. Умер в своем доме в Лондоне 24 января 1903 года. Ну вот так вкратце, данных не очень много о ирландском художнике, авторе жанровых исторических сюжетов и ориенталистских сцен Чарльз Уин Николас. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.